Заходи в гости, Лунтик. Привет, пчеленок! А что это ты тут делаешь? Привет, Лунтик. Я занят очень важным делом. Инвентаризация называется. Ой, а что это такое? Я и сам точно не знаю. Но надо переписать все запасы меда. А то столько разного меда развелось, мы уже сами не знаем какого. А можно я тебе помогу? Я умею читать надписи на банках. Ну давай, пока старшие пчелы не видят. Будешь говорить мне, что написано на банке. Поможешь нам? Тебе нужно указывать сотой мышкой, чтобы мы с пчеленком могли переписать спрятанный в них мед. Буква А. Ананас. Вкуснотища. Арбуз. Аист. Апельсин. Еще не все соты проверены. Откроем еще одну. Буква Б. Банан. Вкуснотища. Барабан. Баран. Бобер. Давай откроем еще одну соту. Буква В. Велосипед. А этот мед я тебе не советую пробовать. Верблюд. Виноград. Ворона. Еще не все соты проверены. Откроем еще одну. Буква Г. Гусеница. А этот мед я тебе не советую пробовать. Гриб. Груша. Гусь. Голубь. Давай откроем еще одну соту. Буква Д. Дом. А этот мед я тебе не советую пробовать. Дерево. Дверь. Еще не все соты проверены. Откроем еще одну. Буква Е. Единорог. А этот мед я тебе не советую пробовать. Ежевика. Енот. Продолжим учет. Буква Ё. Ёлка. А этот мед я тебе не советую пробовать. Ёж. Давай откроем еще одну соту. Буква Ж. Желудь. А этот мед я тебе не советую пробовать. Жираф. Жук. Слушай, Лунтик, мы, кажется, закончили инвентаризацию. Что, закончили? В общем, весь мед в улье переписали. Ну вот, а мне так понравилось. Но ничего, я еще вернусь, и мы будем переписывать новый мед. Конечно, Лунтик, приходи еще. Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе.